Теперь все новые видеоролики выходят в ВК-видео на 3 дня раньше. Эй, Адорчик, иди сюда! Что? Питер, что случилось? Ты что, не снимаешь сериал? Город Дарк Ридла. Очень скоро буду снимать. А что такое? Ох, подписчики-то поставят лайк сейчас тебе. Да? Ребята, вы поставите лайк, если вы хотите сериал «Город Дарк Ридла»? Конечно, все хотят! И что ж там будет интересно, все хотят узнать! Да, ребята, напишите комментарий, я хочу, если вы хотите, новый сериал, 5-й сезон «Город Дарк Ридла». Внучок, слышь, ты что, не видел полицейского? Что, полицейского? Что случилось? Иди посмотри на полицейского, он изменился, и он уже не полицейский. А кто он? О, сам узнаешь у него. Что, мадам Агата? Ну слушай, где же этот полицейский, давай посмотрим. По ее словам, какой-то другой полицейский. Полисмен, ты где? Полицейского не видно, он исчез? Он специально прячется от меня, чтобы я его не нашел. Ага, что? Что это такое, полицейский? Ты издеваешься? Эй, Адорчик, а ну-ка, сейчас тебя в тюрьму засуну. Ты давай не рыпайся. Что? Полицейский, ты кто такой? Я уже не полицейский, я тюремщик. У меня новая должность. Что? Кто тебя туда назначил? Мэр города. Мэр города? Да, ты что, не знал, что ли, у нас есть мэр? Мэр города? Откуда он появился? Эй, как откуда? Ты что? Вот скоро подписчики твои узнают, кто такой мэр. Ух ты. Теперь я буду всех садить в тюрьму. Кто будет непослушным в этом городе? Что? Полицейский, ты шутишь? Он реально, смотрите, тюремщик. У него реально костюм теперь оранжевый. Как это возможно вообще? Ха-ха-ха, а ты что думал? В сказку попал, что ли? Что? Слушай, давай так. Я сейчас испробую на тебе какую-то оружку, как думаешь? Какая оружка? Ты что, издеваешься, что ли? А? Почему я стал на месте? Не знаю. Что? Адорчик, давай, иди. Проверь соседа, кстати. Соседа? Что случилось с соседом? Это на самом деле крутое обновление. Добавили нового полицейского. Что? Кто такой? Почему какой-то темный сосед? Что? Соседушка? Ты кто такой? Что с тобой? Не так? Ё-моё, вы видите? О, я Джейсон, сосед. Что? Какой-то стрёмный ты, слушай. Ты, может, не выспался? Иди поспи немножко. Не понимаю, что с ним. А? Ты где, молокосос? А? О, ё-моё! Нет! Ух ты ж, ёшкин кот! Вы это видите на его глаза? Они все темные. Так, давай, иди отсюда, сосед. Эх ты! Ты как-то забрался! Теперь не могу тебя поймать! Так тебе и надо, я знаю лайфхаки! Как прятаться от тебя, вонючего соседа! Так, давай, беги! Опа! Yes! Мы его обманули! Ах ты! Ты еще меня обманываешь? Иди сюда! Ё-моё, это же Джейсон! Вы видите, это реально Джейсон! С бензопилой который, или это другой Джейсон, я не пойму. О! А-ха-ха, я его обманул! Я обманул соседа жестко, причем. Соседушка, давай не дури. Ё-моё, я сейчас упаду. Нет! Сосед, успокойся! Что он на меня бежит-то, не пойму. Раз! Отлично! И два! Ух ты! Нет, я пошутил! Сюда можно запрыгнуть, смотри. Раз! А, нет, нельзя. Ах! И еще добавили новый паркур! А давайте проверим, что за паркур. Так. Что? Это Майнкрафт? Что? Тебе не кажется? Или паркур изменили? То есть теперь данный паркур находится совершенно в другом месте. Еще Майнкрафт блоки. Что за дичь? И раз. Кстати, это еще не все. То есть не только Майнкрафт блоки, но еще есть новые приколюшки в виде диванов. То есть тут не только Майнкрафт блоки, но еще всякие диваны, стульчики, то есть новый паркур. Поэтому его обязательно заценим. Раз, два. Короче, я предлагаю спидраном пройти данный паркур на изи вообще. На изи. Хорошо, вот это было сложно, конечно. Ой, хорошо. Отлично.
Вот эти блоки, капец. Они очень опасные. Раз. А, хорошо. Два. Три. Четыре. Уху! Смотрите, я взял. Yes, 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 yes. Отлично. Вот он, новый паркур. Йи-ху! Смотрите, мы на вещах будем прыгать. Я только вот не знаю, сможем ли мы пройти. Ну, давайте постараемся, наверное. Этот паркур, он ведет вообще к дому. Зачем он туда его ведет? Моего персонажа. Ну ладно, это не важно. Главное, чтобы я прошел и не упал. Нет. Так, раз, отлично. На самом деле, паркур с мебелью намного сложнее, чем паркур Майнкрафт, честно сказать. Потому что тут предметы такие странные. Раз, отлично. Два, отлично. Почему, когда я прыгаю? Почему? Когда я прыгаю, меня наверх отталкивают, точнее вниз. Ё-моё, я не успеваю. На самом деле, посмотрите, как много надо прыгать. Я вот так вот перепрыгну сразу на два. Ё-моё, да там бесконечный паркур. Что за бред вообще? Это реально бесконечный паркур, жесть. Вау. Ну это фантастика. Что? Сосед? Ой, точнее полицейский? Ты чё теперь в розовом? Что? Я не понимаю, так, 30 секунд, но я все равно не успею 30 секунд. В общем-то, новый паркур вы сами заценили, да? Выглядит он реально очень круто. Я не знаю, куда он ведет, но он ведет вон туда, видите? Кто смог пройти данный паркур, напишите комментарии. Мне вот пока не удалось. То есть, времени не хватает. И, кстати, когда я прыгал, тут бьется об стенку, как будто невидимую, вверх. Жесть какая-то. Так, у меня еще один есть шанс. Давайте попробуем пройти все-таки данный паркур. Паркур с мебелью. Ого. Мне интересно, что будет в конце данного паркура. Поэтому я буду очень аккуратен. И насторожен. Видите? Меня подтолкнуло вверх. Потом ударился, как будто в стену. Это дичь какая-то, честно сказать. Раз. Отлично. Два. Вот что такое? Почему? А, я еще заворожился! Почему я там ударился об стену? Разработчики, вот мне к вам вопрос. Так, раз. Двас. Трис. Четырис. Пяс. Шес. Так, хорошо, идем, 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 отлично. Главное не упасть тут. Главное не упасть. Отлично. Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, идем, так как? Я не знаю, смогу ли я или нет. Напишите комментарии. Наверное, смогу. А, эти диваны, эти штуки бескончаемые. Так, смотрите, как далеко находится. Как далеко находится? Это нечестно. Опять я ударился в какую-то невидимую штуку. Ладно, там в целом просто круг, как я понял. Ну это дичь какая-то. Почему я всегда врезаюсь в какую-то невидимую штуку? А я могу включить? О, смотрите. Я могу заниматься этой штукой и проходить ту главу. Смотри, сосед совсем сдурел, да? Так. И что это значит? Это не работает, кажется, тут. Ладно, я понял. Опа, полицейский. Это твой фургон, я знаю. Эй, я стал розовым, ты что, не заметил, что ли? Конечно, заметил, ребята. Надеюсь, вам понравился видеоролик. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите на колокольчик. И, кстати, если вы хотите продолжение соседа сериала «Город Дарк Риддл», напишите в комментарии, я хочу продолжение. Все, всем пока-пока-пока.